Последние минуты перед концертом. Финальная репетиция, по словам музыкантов, не менее волнительна, чем само выступление. Для Ростовского камерного оркестра вечер особенный. На скрипке солирует Тигран Майтисян, известный бельгийский музыкант и ученый. В католическом университете города Лёвин он изучает влияние музыки на организм человека. Настоящие акустические, классические звуки, даже живые концерты, которые, может быть, кто-то не скрипку любит, а может быть, другой инструмент, виолончель или гитара, или, может быть, какой-нибудь джазовый концерт. И живые концерты, они очень благоприятны для мозга, для сердца, в основном то, что вы любите. Благотворительный концерт приурочен к фестивалю науки Юга России. Влияние музыки на здоровье еще не до конца изучено, однако, по словам Тиграна Майтисяна, уже установлено, что занятия музыкой снижают вероятность появления болезни Альцгеймера. Сегодняшние исполнители, они имеют непосредственное отношение не только к творчеству, не только к музыке, но и в рамках реализации очень интересного научного проекта «Влияние музыки на состояние здоровья человека, в частности детей с ограниченными возможностями». По мнению организаторов, концерт привлечет внимание общественности к научным исследованиям в этой области. Все собранные средства направят на благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями. Вартан Сюнеджанс, Владимир Савеленко, Андрей Токарев. Главные новости.